Здоровый тут. Это у нас видеоролик, часть первая. Обработка порогов. Это будущий порог, низ порога. Десятки. От классики взяли. Сейчас у нас идет гальваника. Мы взяли медную трубку. Это пролон, кислота аккумуляторная. И подключили напряжение. Вот смотрите. Медь у нас это лучше, чем брать цинк. Медь вообще не гниет. Я заметил, у одного есть четверка, там обмененный кузов. И 30 лет уже у него там скол, и он его не заделывал. И гниения вообще нету. Вот и смотрите. Медью еще я не видел на ютубе, чтобы снимали, показывали. Да, ампераж пошел. Ну, давай тут показывай, тут. Людям интересно здесь, чем стрелка бегает. И теперь порог никогда гнить не будет. Хватит, а то здесь пахнуть будет. Да. Показали просто. Завтра будем на улице. Будем, ребята, делать на улице. Но вы как поняли, все. Сейчас мы все отмоем и вам покажем. Хорошенький-то. Угу. Еще вот тут вот. Электролитом, короче. Без всякого цинка. Все, ребята, хватит. Шабаш. Открывай окно. Открывай в окно. А окно уже открыто, так пахнет. Да. Так. Теперь берем тряпку простую. А, это трубка из магазина «Газели». Там есть медь. Продаются медные трубки. Я покупал. Тогда еще, чтобы двигатель лучше тянул. Помните видеоролик? Я соединял патрубки. Вот эта трубка. Можно пластину медную сунуть. Да, можно. Вот здесь вот просто медная пластина. То есть не пластина, здесь провод накрутили вот так спиралью. Можно его использовать. Но вот смотрите. Вот такой видеоролик получился. Показывать. Ну, в принципе, как все обработаем, мы все равно покажем. Это чистая медь уже. И она никогда не гниет. И это будет внутри порога. Уже пофиг, будут мне там обрабатывать мастера чем или нету, все. А потом все вам там отверстия и мовили продуем. Да. Трубкой. Вот здесь тоже нужно потом пройтись. В общем, я его пройду с двух сторон. В общем, мастера скажут, удивятся, скажут, ну придурок, тебе это надо или нет. Но зато это качественно. Вот пропустил надо потом. Ну как пропустил, просто здесь не такой толстый слой. Вот. Вот такая гальваника. А быстро как? Вообще прям быстро. В общем, как все это получилось? Мы сначала взяли, как по канону, раздолбали батарейку, потом взяли, как ее это называется-то, пластина от батарейки-то. Цинк. Цинк, вот. Взяли этот цинк. Я начал цинковать, сейчас я покажу. Ну вот. Это медь. Вот этот цинк. В общем, я начал цинковать. Это очень сложно. Он плохо сюда въедался. И потом нечаянно из пластины пробился провод. И я смотрю, стала медь проступать. Думаю, а почему мне не сделать вот так вот? Намного быстрее. И вот, кто знает, дайте совет. Только если кто знает, разбирается. Медью вот так лучше, чем цинком? Или как? Если кто скажет, например, два разных металла будут долбиться, но здесь это гальваника, тут, наверное, что-то маленько по-другому. Потому что, сколько я видел видеороликов, именно
делали маленькие подделки, обменяли полностью какой-нибудь там листочек железный, не сплучило ничего, все нормально. Это я не спал, это я лег, думал, сейчас посплю, в голову пришло, я встал и все. Ну, вы меня знаете. Ну-ка. О, как съело. Я прям торцом много работал. Съело. Вон сколько медь ушло. И? Так еще на свет. Вот здесь. Да, Саш, смотри, какая тонкая стала. Вот толстая была, а вот такая тонкая стала. Медь все ухватит, да. Вот, ребята, мои пороги вечные. Я вам обещал то, что покажу, как их сделать вечными. И только попробуйте, мне скажите, типа, я когда буду продавать, да у тебя пороги мененные. Да они у меня живучие, лучше, чем у новой. Слава богу, что мененные. Да, слава богу, что именно такие мененные. Когда гнилая, сейчас отмоем. Да, сейчас, ребята, все отмоем. Надо соды погасить. Так, ребята, все готово. Покрыли медью, раствором вода, сода, все смыли. Кислоту мы уже погасили, потом помыли водой их простой и обезжирили бензином. И все. Вот они здесь вот были в сыром месте. Вон мои пластиковые пороги. Ржавчины нету. Но мы сейчас сделаем еще такой тест. Нальем сюда вот воду, например, и пусть дня два постоит. Интересно, что будет. Прям уже будет здесь конкретно влага. Так, вот эти просветы в некоторых местах, вот видите, просветы, это цинк. А на цинк медь никогда не ляжет из-за того, что это два врага, они входят в реакцию. Я же первый раз здесь пытался обработать все цинком. Но он лег местами, вот маленькие места есть, и все. А здесь, вот смотрите, все идеально. Я не трогал цинком. Все супер. В интернете я все проверил. Металл и медь дружат, все хорошо. Даже так же применяют, я уже точно проверил, в автомобильной сфере. Раньше, в 70-е, так было. Ну все, всем пока, до следующего видеоролика. Обязательно подпишитесь на YouTube, на группу ВК. Ссылочка будет потом, тест на стойкость к коррозии. И ссылочка будет, тест, как мы установим это все на авто.